Спасибо. Здравствуйте, уважаемые участники и партнеры. Начинаем очередной вебинар по вторникам. Собственно говоря, думаю, вопросы у вас не изменились. Ответы у меня тоже на какие-то основополагающие для вас вопросы. Ответы у меня все те же, какие были, поэтому ничего нового не скажу. Поэтому сразу все, кто что-то нового ждет, пожалуйста, можете время не тратить, не терять. Пройдемся по конкретным вопросам, в принципе, и все. Больше ничего говорить сегодня не буду. По поводу новостей, да, новости там есть. Новости по поводу пополнения через терминал Киви. Вот, кому интересно, можете пополнять, удобно. Вот, вторая новость, больше предварительная, тоже особо ничего другого, что там написано, сказать пока не могу, но это одно из тех направлений, к которому, собственно говоря, и идем. Поэтому ждем дальнейших новостей, ждем развития и принимаем активное участие. Ну, еще по поводу одного нового элемента интерфейса сразу скажу. Появилась кнопочка в заявках на карточные вложения, да, на займы, которые вы даете с карт. Получить на карту. Эта кнопочка, она нужна в том случае, если вдруг по какой-то причине ваш заемщик вернул займ, но на вашу карту он не может быть зачислен. Ну, по разным там причинам. Лимиты, какие-то технические ошибки, что-то еще. Вот в этом случае, если вы нажмете эту кнопочку, вы получите соответствующие деньги со счета прямо на карту, на любую свою карту. Ну, та, если та карта наша, с которой вы выдавали займ, с ней проблемы какие-то, то вы можете получить на любую другую привязанную к аккаунту карту. Сбербанк, Тинькофф банк, любую. Вот, собственно говоря, все, что у меня есть нового сказать. Сегодня были еще ошибки по поводу, ну, то есть при заказе карт со счета дебет выходила там ошибочка, это ошибочка временная у кого выходила. Не означает, что карту нельзя будет заказать и оплатить с дебета. Это не так. Просто настраивает мерчант. Когда настроит, все будет заказываться. Вот, собственно, все, что я хотела сказать. Вот, пожалуйста, тогда ваши вопросы. Сергей, включите чат. Так, еще раз, подождите, я сброшу все, а то плюсики мешают. Еще раз напишите ваши вопросы. Скрины мне сюда не скидывайте, смотреть не буду, это бессмысленно. Либо описание проблемы, либо номер тикета, и это только на потом. То есть я просто смотрю. Наталья вопрос интересный задает, когда пипи заработает нормально. Наталья, сходите к урологу, наверное, пожалуйста. Чтобы пипи заработала. Раздражает такое отношение к проекту. Так. Так, это вопросы, на которые я не отвечаю. Есть ли прямой вывод? Все уже отвечала. Все у кого-то есть, у кого-то нет. У кого есть, у кого нет, я не знаю. Поэтому на такие вопросы не отвечаю, сразу говорю. Так, Светлана, у партнера своих 2275 выставил на P2P 500, оператор снял заявку, недостаточно средств, но это к оператору, может быть, средства были зарезервированы, не получилось провести вашу сделку. В любом случае, это не ко мне вопрос, туда. Так, Ирина, по новому алгоритму арбитраж не дали, тикет не выполнен, завтра возврат, но тикет закрыли. Арбитраж по новому алгоритму дают, в принципе, всегда не дают, а просто-напросто вы выдаете и все. И что завтра возврат, если вы не взяли арбитраж, в чем проблема, я понять не могу. Займ взяли, неудачно получилось, вложились, это тоже ваши риски.
Это не ошибка в аккаунте, это, скорее всего, что-то вы сделали неправильно, и надо было узнавать активнее, что надо сделать, чтобы поправить проблему. Так, Нина, расскажите про краудфандинг подробнее. Написал туда тишина. Вы ждите, вам ответят обязательно. Подробнее рассказывать, ну, смысла сейчас нету, наверное, подробнее рассказывать. Все, в принципе, написано, о чем речь. Напишите, ответят. Так, Александр, ваше предложение выполнить не могу. Это где вот просите обнулить, там, пожалуйста, и пишите. Я это не делаю. Никакого влияния на этот проект не имею совершенно. Так, Евгений Нефедов, то же самое. Это я не знаю ничего. Александр Берестов, почему нельзя вводить займ-гарант? Не знаю, у кого-то можно, у кого-то нельзя. Очевидно, как-то связано с остатком собственных средств. Я уж не знаю, как там они считают. Но в любом случае, займ-гарант можно получить на карту. И с карты уже выводить не надо. Я уже 40 раз об этом говорила. Если вам нужен займ на вывод, берите на карту. Так, что с дебетом? С дебетом все нормально. Деньги на счету вы видите, пользоваться можете, выдавать можете. Так. Ну вот по поводу вот этого запроса деньги с визы пришли на дебет. Это у вас произошло из-за лимитов на карту. Тогда еще не было вот этой кнопочки, которую сделали. Вот, поэтому так получилось. Надо было следить за лимитами по карте. За состоянием вашей карты. Мы не можем перевести на карту, на которую перевести нельзя по какой-то причине. Точнее, ваш заемщик не может перевести. Сбрасывается, операция не проходит, и все. Вот теперь, чтобы интересы заемщиков нам в таком случае как бы защищать, сделали вот эту кнопочку. Теперь такого не будет. А так, ну, разберитесь со своей картой, потом ваш запрос можно будет выполнить. Так не получается. Ну, куда их девать, эти деньги? Макс, что будет в дальнейшем, скажешь, КРЭЦ, если я его не собираюсь гасить, выдавая кредиты? Некоторые говорят, что их, возможно, обнулят. Некоторые еще только не говорят, Макс. Уже наслушались всего. Артем Мироненко, помогите с чатом, не могу ничего написать, в нем поддержка молчит. Это вот в прошлый раз, Артем, я давала тут контакты специалиста по компьютерам. Найдите где-нибудь, его зовут Вильям. Там, очевидно, у вас какая-то местная проблема на вашем компьютере. Либо спросите у кого-то из модераторов, не заблокировали ли вас. Но если вы были заблокированы, там бы вам выходило предупреждение, поэтому вряд ли. Вот, скорее всего, надо настроить компьютер. У меня он долгое время вообще не открывался. Это тоже было связано с настройками компьютера. Елена, как заблокировать спамщиков в соцсети? Добавляю в черный список, их сообщения убираю в спам, они все равно спамят. Спасибо. Ну, что могли, уже вроде бы сделали против спамщиков. И у меня тоже самое есть эта проблема, но гораздо меньше стало спама все-таки, чем было раньше. Намного меньше. Очевидно, есть какие-то, которые каким-то образом что-то обходят. Вот, даже пока не знаю, что вам ответить, потому что... Ну, я как делаю? Я просто-напросто убираю их в соцсети и в личных сообщениях еще. Там добавляю в черный список, в спам, и тогда они как бы по второму разу точно такие уже не появляются. Так. Запрос списания с дублированными номерами. Про $100 пропали. Так, это нужно дождаться, Гентаутас, надо дождаться возврата по этой заявке хотя бы одного, да? И только потом написать в поддержку. До этого решено не будет, потому что решается только по возврату займов.
Так, Игнатьев Сергей, у меня не выдаются кредиты с пластиковой карты. Через старшего партнера обращались в поддержку. Ну вот ждем. Я знаю, есть такие запросы, пока они почему-то не решаются. Ждем, когда наши айтишники сдвинут дело с мертвой точки. Второй вопрос. Деньги, которые за лимитов попали на дебет, можно ли будет перевести? Да я думаю, можно будет. Пока единственное, что нет такой возможности. И сейчас уже такого не случится. То есть уже сделали вот эту кнопочку. Сейчас уже вы можете в любой ситуации перевести на любую карту, которая привязана у вас к аккаунту. Так, Людмила звук громче сделала. Да, спасибо, не заметила сразу, что тихий был. Так. Партнер купил дебеты на P2P, работает, партнерская прибыль зачисляется на дебет. Партнерского счета просто нет. Почему обещали, что зачисляется на партнерский счет? Переделали опять эту историю, это партнерская программа. А теперь зачисляется на дебет. Артур, предлагаю вместо карты Visa Black встроить их в смартфоны, как это сделали в Тинькофф Банк. Что-то я не заметил, чтобы Тинькофф Банк отказался от пластиковых карт. Наоборот, повсюду их рассылают, развозят и распространяют. Не придумывайте глупости, ей-богу. Отойдут карты. Интересно. Как много вы видели банкоматов, в которых можно снять деньги с помощью смартфона? И много ли вы видели смартфонов, которые имеют хотя бы функцию оплаты в метро, допустим, да, поездки? То есть забыл, как это называется, бесконтактный способ. Да, их много, но в принципе у нас как бы страна не такая уж продвинутая в этом плане. Большинство людей таких телефонов даже нет. Так, Дмитрий. Как долго рассматриваются заявки по последней акции отчисления сердечками в ГФ после отправки видеозаписи? Не знаю, я не имею отношения к этому конкурсу. Это вы пишите организаторам конкурса. Они вам ответят. Так, на карте Visa $160. Брала займ на карту, пишет, рейтинга недостаточно, или надо было ввести СПК. Нет, тут не имеет значения, откуда вы что вводили. Отчисления сердечками работают вроде. Не было информации, что прекращены. Нет таких обращений много. Рейтинга недостаточно, значит, надо выдать займ с карты. Только под займ, выданный с карты, вы можете взять займ на карту. Там, скорее всего, рейтинг отдельно идет. По сертификатам на выданные займы. Так, Анатолий, почему не хотите закрыть обменники? Опять один и тот же вопрос. Потому что если бы я даже хотела закрыть их, я не смогла бы этого сделать. Вот. Тем более, что я действительно не хочу их закрывать. Есть конкуренция. Все будет нормально со временем. Если люди будут нормально относиться к своим, скажем так, инвестициям. Так, не могу перевести деньги с дебета на пластиковую карту уже больше 2 недель. В чем причина? Причины могут быть разные. Обращайтесь в поддержку. Так, почему карту ВП можно пополнять всеми валютами, кроме дебет? Будет ли возможность пополнять карту со счета дебет-карт? Ну, во-первых, не всеми валютами. Кэш-крецами вы тоже не сможете пополнить карту Visa. Развивается. Все эти пополнения меняются, добавляются, убираются. Поэтому смотрите внимательно, что будет дальше. Пока конкретно ничего сказать не могу, уже говорил на эту тему. У кого звука нет, перезайдите. Уже поздно, наверное, говорить. Так. Артур, если у вас показывает на партнерском счету меньше денег, чем там есть, ну, тоже в поддержку напишите. Но не обещаю, что вопрос будет быстро решен, потому что
не считается приоритетным. Геворг Овсепиан, это я скопирую себе, посмотрю, но я не знаю, что там, поэтому ничего не обещаю. Второй момент. Напомнилась фамилия участника и встречала в чате. А, пожалуйста, не пишите мне в личные сообщения в соцсеть, пока я вам туда не напишу. Вот 100%, что я не смотрю там ничего того, от тех, кому я не писала. Я, бывает, иногда мониторю общий чат, я смотрю какие-то запросы, если попадаются, которые требуют моего вмешательства, я сама обращаюсь к участнику, пишу ему. Это единственное, чем я вам могу помочь из чата и в соцсети. Другие сообщения в соцсети не читаю, читать не буду, и не пишите всем, что вы мне туда писали. Достаточно работы, чтобы распыляться на много направлений. Есть официальные каналы поддержки, туда пишите, до меня рано или поздно дойдет, если у вас вопрос будет слишком долго не решаться. Так. Так. Леша Мамедов, что будет с Пикрец, который повисли на этом счете? Очевидно, потом что-то решат с этим, пока, видите, другие задачи в приоритете. В любом случае, никуда они не денутся, что-то с ними сделают. Так. Так, партнер завела $340 до 25 июля с Payr и Яндекса. Но там у нее всего-то получается $50. Она могла выставить. Должно быть с $50. Вот если с 50 нет, тогда другой разговор. Посмотрим. Не посмотрим. Потеряла запрос, случайно на ту кнопочку нажала. Любовь, потом скиньте еще раз, если можно. Так, Артур, на такие вопросы не отдаю. Глупости пишите, разберитесь в проекте. Даже читать не буду. Вот такой же, типа, как вы и про карты написали. Аналогично. Ирина, да, карту можно оплатить с дебета, если у вас выходит ошибка, как у некоторых сегодня выходила. Значит, просто попробуйте позже. Олег, с дебет пропали у многих средств, это ошибки. У кого с чего пропало с дебет? Бывает, был момент, когда 21 февраля ввели новый арбитраж, вы помните все, да? Заявки вы выставляли, они как-то выставлялись не так, вы их там перевыставляли по 40 раз. В итоге получилось так, что вот с этой выдачи, у кого возвращаются займы, они возвращаются немножко неправильно, с них еще дополнительно списывается арбитраж. Вот у кого так, пишите в поддержку, многим уже решили, и всем остальным тоже решат. Деньги возвратят вам на счет, если это связано со списанием арбитража. Смотрите внимательно в транзакциях, если есть вопросы, пишите в поддержку. Все там надо считать и возвращать на счет. Корректируй соответствующие транзакции. Не переживайте, деньги никуда с дебета не пропадают. Светлана, вечный вопрос, что с биржи не уходят заявки сегодня. Уйдут, Светлана. Как всегда, они уходят рано или поздно. Подробнее о дебет-счете, Виталик, ничего не могу сказать. Ждем информации официальной в блоге. Работает счет, все с ним в порядке. Я не знаю, чего вы от него ждать хотите, собственно говоря. Или не ждать. Если счет работает, с ним надо работать. Или не работать, если там у вас ничего нету. Так, любовь выдала заемные дебеты с отчислением сердец, а сейчас они стоят без отчислений, можно ли это поправить? По возврату, когда вернутся у вас вклады, напишите в поддержку запрос и укажите, сколько у вас было собственных средств на тот момент, да, со скольких должны быть отчисления. Тогда такие вопросы будут быстро решаться, поправят вам. То есть, собственно, заемные. Сколько займов у вас было, чтобы уже там лишнее время, лишний раз не лазить, не считать.
быстрее просто решиться, если вы сами укажете, сколько у вас было займов. Так, перевод на карту с дебета идет уже 4 дня. Наверное, не идет. Наверное, заявка в ожидании. Ждите. Звук добавил. Сейчас должно быть слышно хорошо. Опять насчет звука. Так, все уже было, эти вопросы. Так. На карту виза можно выдавать только свои, брать займ гарант на карту уже нельзя, отчисления сердец уже нет. Ну все неправильно, все не так. На карту виза можно выдавать заемные, брать займ гарант на карту можно. И отчисления сердец вроде еще есть. По крайней мере, у меня нет информации, что их нет. Так. Георг пополнил виртуальную карту. Деньги на карту не поступили с Акпэй. Это вы в поддержку написали, если запрос? Хорошо, ждите, пока зачислят. Если не написали, значит, надо написать. И смотря, где вы пополняли. Если вы пополняли на кредитном сайте, значит, на кредитный сайт в поддержку пишите нам. Если пополняли на сайте в transfercard.com, там же и пишите в поддержку. Марсель, здоровье нормально. У меня все в порядке. Леша, про возвраты, прибыль не вся, доход это исправит. Вот если вы имеете в виду, что это вот эти возвраты по займам с арбитражными 21 февраля, которые вы выдавали, вот точно пишите в поддержку, чтобы вам все посчитали и вернули. Конечно, все возвращают. Если эти возвраты имеются в виду. Но я не очень поняла вопрос. Так, почему Нина какая-то? Наверное, зашли через аккаунт жены, наверное, что ли. Я вижу, там мужчина писал. Так. Можно ли отчислять сердцами при выдаче займов с карты? Если вы пополнили через Киви там акции. Через Киви, через Payr, через OkPay, вот все, что добавили в последний раз. Если было пополнение у вас, и вы с этого пополнения выдаете, вот в этом случае можете отчислять сердцами. Так, Сергей, еще включите чат, еще вопросики посмотрим. Сергей. Ага, хватит, все, пока. Ответим на эти, потом добавим еще, если что. Так. Товарищ программист, техник, с вами больше не разговариваю. Все обсудили, больше обсуждать нечего. Ерлан, действительно есть перевод с дебета на карту. Некоторые пишут, что есть. Да, он есть. Некоторые пишут, что есть. Единственное, что я вам не могу сейчас объяснить. Я это говорила всегда, что он есть. Вот. Единственное, что я не могу вам сказать, у кого он есть, у кого его нет. По какому принципу он есть, по какому принципу его в каком аккаунте нету, я не знаю пока. Так. Вади Абаджан предлагает, у всех, у кого есть проблемы после возврата вложения, то есть получили меньше прибыли или со счета пропали деньги, пишите мне в личку, помогу откорректировать счет. Да, Вади хорошо подсчитывает, после этого легко очень поправить все, поэтому вот я его вопрос даже опубликую, пишите ему. Дмитрий, добрый вечер. Меня почему-то заблокировали в чате такого-то числа. Ничего не нарушал. Помогите, пожалуйста, решить проблему. Проблемы такие, Дмитрий, не решаю. Обращайтесь к модераторам напрямую. Значит, все вопросы по чату, которые не являются жизненно необходимой функцией в проекте, пожалуйста, к модераторам чата. Решать ничего не буду. Если модератор блокирует, у него наверняка есть основания. И всегда предупреждают. И не один раз. И все давно знают, за что в чате в этом блокируют. Поэтому давайте, пожалуйста, без вот таких вот запросов мне сюда еще на вебинар. В чате заблокировали, пишите в чат модератору.
Найдете в соцсети, найдете контакты, если вам нужно сильно. Попросите кого-то. Так. Сергей Ким, известно ли самое долгое ожидание пластиковой карты в истории ВТ? Если да, то сколько ждали? Заказывал 15 января 2016. Есть ли у меня шанс ее дождаться? Самое долгое ожидание пластиковой карты, это когда заказали в мае, а привезли в сентябре. Вот я вам скажу самое долгое, но это нельзя брать как основу для своих расчетов, потому что это тогда была пробная партия. Вот, и потом уже люди вынуждены были заказывать уже нормальные брендированные карты, то есть из основной партии. Сейчас на самом деле почтовая доставка, но я считаю, есть смысл ждать 2 месяца максимум. То есть, если вы больше уже ждете и не можете найти на почте концы, значит, уже, наверное, лучше уже не ждать. Ну, правда, писали, что и 3 месяца кому-то шло. Вот. Ну, вообще, если так долго идет, значит, уже понятно, что почта работает не очень хорошо. Где-то что-то у вас уже потеряли. Вот, но поскольку вот 3 месяца говорили, что кто-то через 3 месяца дождался, то, очевидно, какой-то небольшой шанс у вас еще есть. 15 января, 15 февраля, марта, аж до апреля еще 15. Дальше смотрите сами. Так, при верификации отражается отправленный в банк. Что это означает? Вот такого я еще не видела. Карточный сайт, это как бы я туда редко захожу, мне там особо ничего не надо. Значит, если там так отражается, то могу себе предположить, что там это означает, что ваши документы отправлены в банк, и вы по мере того, как они будут там рассмотрены, получите второй уровень, наверное, сразу. Потому что документы в банк отправляются для верификации, для получения именно второго уровня карты, для повышения лимитов и все такое. Так, Рифат, у моего партнера на балансе показывает минус 94,99, не может под обеспечение виза карты взять займ гарант на дебет карт, пишет недостаточный рейтинг. Это все в поддержку. Как работать с поддержкой? Тоже много запросов возникает, люди неправильно пользуются. Так, значит, попала на вопрос, который вот просто удивляет, конечно. Ладно. Значит, как обращаться в поддержку, кто вам может помочь? Вот выше написал Ваги Абаджан, да, наш помощник, активный старший партнер, который очень правильно создает тикеты для людей, которые к нему обращаются в поддержку. Соответственно, тикеты очень быстро, эти запросы решаются. Чтобы решили ваш запрос на странице поддержки, недостаточно написать туда, прочитать первый ответ, который вам написали, и уйти писать мне в личку или в соцсети о том, что вам не ответили на ваш запрос на странице поддержки. Это неправильно. Еще раз напоминаю, как надо получать поддержку в нашем проекте, в нашей социальной сети WebTransfer. Для начала надо обратиться к своему старшему партнеру. Еще раз напоминаю всем, кто до сих пор этого не сделал. У кого старший партнер, муж, жена, там, я не знаю, брат, дочь, кто угодно, и он знает ровно столько же, сколько знаете вы, и помочь вам ничем не может. Вот недавно было такое обращение у нас на почту. Лучше вместе с мужем, женой и с любыми своими партнерами перейдите к тому, кто может вам помочь. Это очень важно для работы в нашем проекте. Вы будете просто спокойнее себя чувствовать, меньше у вас будет, меньше будете ждать решения ваших проблем. Если же на данный момент вы как-то не готовы переходить к другому старшему партнеру, ну, к примеру, не нашли, да, как хорошего старшего партнера, сомневаетесь или ранее уже потратили свой бесплатный переход на другого партнера, который вам перестал, ну, не стал помогать сразу после того, как вы к нему перешли, такое тоже есть. Значит, обращайтесь непосредственно на страницу поддержки, но обязательно дождитесь, пока вам ответит оператор с синей обводкой или с серой обводкой. Такие тоже скоро будут у нас. Вот. Потому что человек, если у вас есть проблемы в аккаунте, он вам должен либо объяснить, да, что у вас, собственно, произошло и почему вам не нужно ждать никакой корректировки, что вы, допустим, сделали то-то, то-то и то-то, и поэтому у вас получилось совершенно закономерно то, что у вас получилось. И чтобы в будущем таких ошибок не повторяли.
Либо наоборот, он должен увидеть, что это действительно ошибка, сбой, может быть, какой-то программы, еще что-то. И нужна корректировка в аккаунте. В этом случае он должен создать запрос для вас в поддержку. И он должен вам дать в этом случае номер такого запроса. Вот с этим запросом вы уже тогда можете писать мне в соцсети, куда угодно, в чате, там пытаться, по крайней мере, до меня достучаться. Потому что если запроса еще не было, я вообще не смотрю, не рассматриваю такие проблемы. У меня просто на это времени нет. Поэтому обязательно сделайте все правильно, для того, чтобы ваш запрос был решен. Первый уровень поддержки – это у вас старший партнер. Если у вас нет личного старшего партнера, который вам помогает, да, то есть того человека, тот человек, который вас пригласил, не помогает, тот человек, к которому вы перешли, не помогает, значит, тогда вы должны обратиться на страницу поддержки к активным старшим партнерам, которые тоже знают, что делать в каком случае. Но вы должны от них полностью добиться решения вашей проблемы. Писать им там в личку, делать что-то еще. Люди, которые обязаны вам помогать, это наши сотрудники службы поддержки, то есть люди с синей обводкой вокруг аватара. Люди, которые хотят вам помочь, это просто любые люди, которые отвечают на странице поддержки. Ну и люди, которые могут вам помочь, они вам обычно передают номер запроса после того, как с вами поговорят. Ваша проблема решается либо путем объяснения, либо путем запроса в поддержку. Вот такой путь. Вот поэтому таким вот образом, Рифат, обращайтесь в поддержку, чтобы вам посмотрели, в чем там проблема. И если нужно, либо объяснили, либо составили запрос. Так. Так, Вера опять задает вопрос. Заявка на вывод партнерского счета на КПИ в процессе с 22.02.16. Это быстрый платеж? Не знаю, что ответить. Это явно не быстрый платеж, и вы ответ этот знаете. Зачем спрашиваете? Так. Так, сертификаты продаются в гарантийный фонд. Просроченные, не просроченные продаются на бирже, все правильно. Максим Фомин. Вернули деньги за саммит в Турции, но на счет дебет. Я просил перевести на свой веб-трансфер Visa карт. Выводите через P2P, Максим, но вы уже, я не знаю, совсем. Деньги можно вывести с дебет счета, выводите. Вы просили на Visa карт только в последнем письме, а до этого просили на счет дебет, а до этого еще просили куда-то. Понимаете, у вас все время все меняется по мере развития проекта. Выведите через P2P и все, какие проблемы. Так, Светлана Кокорина, вашим младшим партнерам, как и вам, надо завести себе хорошего старшего партнера, чтобы он вам объяснил, как выводятся деньги, которые у них были на сердечном счету. Давно бы уже вывели все. Так. Возможно ли взять займ гарант на карточку под обеспечение дебета? Нет, невозможно, Саня, сейчас нет такой возможности, только под выданный с карты займ. Так, Любовь, спасибо, что повторили запрос. Я записываю. Проверю, что там такое. Значит, посмотрим, ладно. Виталий, проверьте тикет. Списали кэш и минус на баланс февраля. Там какие-то переносы идут, Виталий. Я проверить могу, конечно. Я думаю, там все в порядке, деньги вернутся. Переносы какие-то старые транзакции убирают в архив. С этим может быть связано. Запросы есть, я знаю такие запросы, их несколько, пока не решаются. Да, Татьяна Валерьяновна, тоже проконтролирую. Опять же, я не обещаю, что будет быстро, потому что запрос есть, но до сих пор не зачислили. Все запросы видны айтишниками такого рода. Если там у вас все в порядке, если приложили,
скрин платежа, да, если у вас не запрашивали, проверьте, пожалуйста, запрос. Если у вас запросили какую-то дополнительную информацию, добавьте ее в запрос. Если все там уже добавлено. То просто ждите, зачислят. Алекс, помню, пришла карта на имя другого человека, поддержка молчит, был такой запрос от вас. Дело в том, что я ничего не могу сделать, это в карточную поддержку, и там, как уж они ответят, так ответят. У них там тоже перестройки сейчас, поэтому, может быть, и молчат. Так, Руслан, будет ли вывод прибыли с дебет на другие направления, кроме P2P обменки? По-моему, P2P обменки – это вообще любые направления. Я вообще не понимаю, о чем тут разговор. Другое дело, что, может быть, сейчас это все не так хорошо работает, как вам бы хотелось, но это будет со временем работать так же хорошо, как и раньше. Вы все выведете, все это будет работать, все будет нормально. Так, Саня, что такое 4 миллиарда крецов сейчас? Раньше вроде были деньгами-долларами. Где такие суммы вообще можно хранить? Деньгами-долларами большая часть кэш-крец на тот момент, когда их перевели на этот счет, не была. Если вы давно в проекте, вы прекрасно понимаете, и вообще занимались такими проектами в интернете, вы прекрасно понимаете, что не было. Вот не надо об этом сейчас и вопросы задавать. Если не понимается, спросите у других участников, что это такое. Так. Тем не менее, они являются деньгами, когда вы платите ими отчисления с кэш-крэдс. Они именно достаточно большую стоимость имеют, поэтому пользуйтесь возможностями. Обналичивайте эти деньги. Так, это вроде уже. Был запрос. Ну вот повторяйте, я потом не знаю, что мне копировать с вашего запроса. По одному разу вставляйте вопрос, пожалуйста. Виталий, как вывести с виртуальной карты, поставить на вывод на сайте transfercard.com. Зайти туда, найти вкладку «Перевести» и там вывести, куда вам нужно. Есть вариант перевести партнеру на его карту пластиковую, снять вместе в банкомате. Всякие есть возможности. Виктория, ко мне перешел партнер. Почему прибыль не зачисляется ни на один счет? Во-первых, после перехода партнера месяц средства от него не идут к вам, партнерские отчисления. Если месяц прошел, пишите в поддержку, посмотрит. Александр, как перевыпустить пластиковую карту? Уже прошло 3 месяца, карты нет. Надо написать в поддержку карточного сайта, чтобы вам удалили карту и перезаказать. Пока карта там есть, ваша пластиковая, пока она там отображается, вы не закажете новую. Людмила Гирко, планируется ли прямой вывод с дебета на пластиковую карту? Он и так есть у кого-то. У кого нет, я не знаю почему, какая там у них, я уже сказала уже раньше. Для кого есть, для кого нет, этого я не знаю. Собственно говоря, когда я вам такие вещи говорю, вы же все равно мне не верите. Что я летом говорила, вывод был все лето. Все кричали, вывода нет. Что сейчас я вам говорю эти вещи, вы опять же мне не верите, потом еще врунье обзываете. Поэтому я лучше просто не буду отвечать на такие вопросы. Дмитрий, регламент вывода партнерских написан в новостях. Вот. Если у вас нарушен, он, значит, нарушен в связи с переделками в проекте с разными. Поэтому ждем просто. Либо пишем в поддержку, что у вас нарушен регламент, и вы хотите партнерские вывести. Ничего другого предложить я не могу. Так, Татьяна Сидорова, партнерские ЕС сформированы в заявке на вывод ЦПС, висят со 2 марта, что с ними делать? Собственно говоря, что бы вы с ними ни делали, да, их либо выведут, либо не выведут. Значит, поскольку с ними другого ничего сделать нельзя на данный момент, пусть висят заявки. Может быть, как раз
Вам их и выведу чуть позже, чтобы повторно не выставлять. А можете отменить их. Собственно говоря, разницы большой нет. Дополнительная информация, Василий, по карте, это только платеж, ну, скриншоты с платежной системы. Если вы его дали, никакой дополнительной другой информации не нужно. То, что 10 дней ждете, ну, сейчас, да, заняты там люди, которые зачисляют, и может быть такое, что 10 дней ждете. Постараюсь помочь. Я не обещаю ничего. Так, все, Ниджат, нечитаемый вопрос задал, ответить не могу. Давайте, Сергей, еще других вопросов, пожалуйста. Немножко, еще есть время. Сергей, чат включите, пожалуйста. Раз, 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 есть вроде звук. Все, спасибо. Хорошо. Сергей, хватит. Не успею ответить. Таврида задает мне вопрос. Яна, почему вы все время вздыхаете? Да устала на одни и те же вопросы смотреть. Поэтому вздыхаю. Так. Так, так, так. Где тут начало-то хоть? Так, если не отвечаю вопросы, Михаил Б. Потому что причин я не знаю. Артем, платформа WebTransfer Exchange, эта платформа будет позволять прямой вывод всем участникам. Артем, если вы смотрели эту платформу, вы видели, что это платформа обменников, да? То есть я не знаю, что вы называете прямым выводом. Для меня так любой вывод прямой. У нас вообще, понимаете, ни хайп, ни пирамида, у нас нет такого понятия, как ввод и вывод сейчас. Если у меня на все вопросы не знаю, то просто не приходите. По-моему, все уже знают, на какие вопросы у меня знаю, на какие не знаю. Вы как новичок, правда, что, Артем? Правильно вам отвечаю. Платформа WebTransfer Exchange это для обменников платформа, и там будет добавлена еще и другой функционал немножко. Но это не то, что вы, участники, называете прямым выводом. Моя позиция по этому вопросу, по-моему, всем давно ясна. Какая разница, какой вывод и как его назвать? Почему для вас это является какими-то гарантиями, я понятия не имею, не представляю даже. Единственная гарантия для человека, который занимается инвестициями, это свои собственные расчеты. Здесь вот трансфер, у вас есть еще и дополнительные гарантии к этому. Поэтому я не знаю, чем вы вечно недовольны. И поэтому отвечаю на вопросы, на которые есть ответ. И не отвечаю на вопросы, на которые ответа нет, или которые я считаю, ну скажем так, бессмысленными. Так, БОБДБ. Когда прекратится акция в обменниках и реанимируется P2P? Ни в том, ни в другом необходимости не вижу. P2P живет нормально. Просто единственное, что, конечно, вы там наделали шороху своей паникой. Виталик, значит, можно со своей виртуальной карты перевести деньги на пластиковую карту старшего партнера. Это не будет нарушением. Но каким это будет нарушением? Вы вольны со своей карты переводить деньги на любую карту вообще, любого банка и любого участника, куда угодно. Так, Олег Барбасов, здравствуйте, не подскажете, куда пропали новости от Анны Профт? Всегда смотрел, не знаю, куда пропали, пока вот очень давно не было новостей, не снимают, наверное. Руководитель больницы съемочной группы Александр Колесниченко, поэтому, наверное, нет новостей пока. Возможно, у Анны какие-то свои, может быть, семейные трудности или какие-то личные еще, не знаю. Девушка учится. Мало ли почему не может снять новости. В любом случае эти новости партнерские.
И если, в принципе, партнеры не хотят их снимать, мы заставить их не можем. Так, или не могут по какой-то причине. Игорь Анатольевич, почему невозможно заказать экспресс-доставку карты за дебет, а только с виртуальной карты? Я вот не знаю этого. Были такие слухи последние 2 дня. Вот, но насколько я знаю, сегодня ее невозможно было заказать и обычную доставку за дебет, и просто потому, что там переделывают что-то. Возможно, и экспресс-доставка тоже из-за переделок. А может быть, просто слишком много заказов сейчас отложили на время этого. Не, ну если вообще можно заказать, скорее всего, это просто из-за переделок. Я слышал, что даже не заказывается. Так, все. Это не отвечаю. Это тоже уже ответила. Так, у младшего партнера после скрупулезного подсчета вывод осталось собственных введенных 55 сердечек, всего около 500. Она не может выставить заявку с выводом прибыли на дебет. Она может, если у нее... Сколько же там должно быть-то? Не поняла. Наверное, в поддержке просто... А, поддержка ответила так, что у нее меньше денег, очевидно, просто-напросто. Не поняла, ладно, я разберусь с этим, наверное. Там не $50, там, по-моему, больше было. Я уже забыла эту акцию. Мам, я посмотрю, если что, вам ответит. Если будет что-то утешительное для вас. Ответ мне поддержки тоже непонятен, кто вам так отвечал. Смотрите еще раз. Если ответили на странице поддержки люди без синей обводки вокруг аватара, это ответ не всегда можно считать правильным. Поэтому, если у вас есть сомнения в ответе, ищите сотрудника с синей обводкой вокруг аватарки. У него тоже расчет показался странным. Там, по-моему, другая сумма какая-то. Так, Вадим Кожевников. Кто-то выводит такие займы, кто-то не может. Почему, я не знаю. Надежда Алымова. Ничего не помогу. Прибыль ушла на дебет из-за лимитов по вашей карте. Заемщики не смогли перевести вам столько средств, сколько нужно было перевести на данный момент. Да, в этой ситуации никто вам обратно на карту не переведет. Но, возможно, позже будет возможность вам их вывести. Поэтому ждите, пока переделки закончатся. Такие средства, в принципе, должны вернуться к вам на карту. Но не сейчас, не сегодня, вот вам не сделают сейчас ничего. Саня, о чем мне бояться, собственно говоря, зачитывать ваши вопросы? Объясню, почему это не доллары. Потому что у них не боты рисовали фантики, а участники рисовали фантики. По-моему, всем известные на предыдущих вебинарах я много об этом рассказывал. Что тут вытворяли участники, что они тут делали? Во время, скажем так, 2014 года больше всего. Чего тут мне-то бояться? Вы разузнаете информацию. Вон на ММГП поспрашивайте, там много об этом знают. А мне-то, собственно говоря, и делали все. Вот, а теперь сеют смуту, рассказывают вам всякие глупости. Я могу, конечно, порассказать, просто единственное, что... Могу, знаю, да, но не могу, не уполномочен на это. Не буду я вам рассказывать, что на самом деле эти участники вытворяли. Да и сейчас продолжают некоторые. Товарища Булгакова все же знаете. Его спросите, что он тут делал. Как только появился в проекте. Хотя он даже не в 2014 году появился, а только в 2015. Так, можете пояснить про разблокировку партнеров, заблокированных не по делу, а в чате за неудобные вопросы и критику? Как продолжить нормальную работу? Могу пояснить.
Напишите запрос в поддержку, просто-напросто забыли уже, за какие аккаунты кто блокировал, потому что всех, кого я лично блокировала, я разблокировала уже. Но есть люди, которых блокировала служба безопасности, о которых мне, в принципе, ничего не известно. Поэтому пишите на разблокировку запросы в поддержку, вас разблокируют, потому что модерацию в чате ввели, и больше нет необходимости в подобной блокировке. То, что вы называете неудобными вопросами и критикой, не для этого чата, чтобы все понимали. И за это всегда люди будут в этом чате блокироваться. Неудобные вопросы, критику, пожалуйста, где-то в другом месте продвигайте. Это не для вас трибуну сделали, понимаете или нет? Вот есть у нас различные форумы, есть соцсети другие, есть наши соцсети у вас, странички. Пожалуйста, делайте это все там, никто не запрещает, никто вас не заблокирует за то, что вы на своей странице в соцсети нашей будете писать все, что угодно. Понимаете? А вот в этом чате вы так писать не будете, потому что это сбивает с толку новых участников и многих старичков, которые не очень хорошо разбираются в проекте, тоже сбивает с толку. Вот. А по поводу разблокировки в проекте пишите в поддержку. Разблокируют. Нет проблем с этим. Вас даже никто не будет особо ничего просить. Запрос на разблокировку тоже вас разблокируют. Просто я не знаю всех, кого заблокировали. У меня нет такой информации. Вячеслав, будут ли еще саммиты? Ну, много чего, наверное, еще впереди будет. Чтобы вам сейчас не казалось. Так, Георг, информацию приняла. Александр Новиков тоже несколько раз уже по поводу вашего запроса обращался. Есть такие запросы, которые наши программисты категорически не хотят решать. Вот, в частности, один из таких – это ваш. Еще раз спрошу. Ну, вон Максиму Фомину перевели деньги на дебет. Он тоже очень долго просил. Не считайте, что это я какой-то тут проявляю цинизм, отвечая так на ваши вопросы. Просто, ну, есть вот такие моменты, которые у нас решаются долго. Борис Каратынская, карта пришла, живу в Киеве, заказана была 9 дней назад. Ну, приходит карта, конечно, просто у кого как. У кого-то и 3 месяца идет. Об этом был вопрос. Так, Игорь, 21 февраля. Ну, там очень много уже сделали, когда, по-моему, все, что старое, уже сделали давно. Там нет очереди, там это мгновенно делается, все такие вот ваши запросы. Просто единственное, что он должен быть правильно подсчитан. Если вы сами написали запрос, вот с этим проблема. Там еще дополнительная работа потом ведется. Поэтому, когда вы пишете запросы на корректировки, обращайтесь, пожалуйста, на страницу поддержки, либо к старшему партнеру. Вы должны все точно, должна быть информация точная, подсчитана. Вот Ваги Абаджан как раз такое и делает. Пожалуйста, к нему обратитесь, если у вас неправильно составлен запрос. Если все правильно, просто ждите, сделают. Вот с этими как раз проблем нет. Раньше такие очень долго решались вопросы. Если что-то где-то сглючило конкретно. Извините за выражение. А сейчас решаются быстро. Иногда в тот же день, прямо в день обращения, если все правильно составлено. Так, Алена, нет зачисления денег на Visa карту в трансфер, выплаченных заемщиком. Проверьте лимиты сначала у вас. Активна ли карта? Тагер, включите чат. Зачем я его буду включать, если он... Я и так не успеваю ответить на вопросы, на которые вы пишете. Я уже сказала, на какие не отвечаю. По выводу не отвечаю. Почему партнерские не вводятся, не отвечаю. Нет информации, не отвечаю. Все остальные, вот они все отвечают. А, собственно говоря, если даже так брать, ну, включу я чат, к примеру, да, увидите вы все вопросы. Увидите, что я отвечаю на все вопросы, которые здесь есть, и что. Что вам это даст? Включить чат так, чтобы писались все вопросы в реальном времени, я так не буду делать, потому что... Ну, я потом запутаюсь в вопросах, модератор у меня тоже запутается. Это не дело, народу очень много.
на вебинаре всегда, поэтому это не какой-то маленький вебинар, на которых вы где-то еще бываете по 100-200 человек, где можно смотреть на эти вопросы и как-то из них что-то выбрать. Тут просто идет сплошной поток, если включить. Резо, нет вывода с P2P. Да есть он вывод с P2P, люди выводят. Другое дело, что это немножко трудновато сейчас сделать. Юрий, акции с Киви-терминалами это хорошо, но у нас участники не только с Россией, но другие как-то и другими методами вводят. В данном случае сделано именно для России, потому что, смотрите, у нас нельзя пополнить нашу карту другими способами, как иначе, как у нас на сайте. А за рубежом, по-моему, можно это сделать. Вот у нас именно для этого сделано Киви-терминалы. Ну, кстати, это не только Россия, это еще и Украина, это еще и Молдова. Это еще и что-то еще. И даже белорусы сейчас, как нам сказали, могут на свой номер зарегистрировать в Киеве аккаунт. Ну, правда, у них терминалов нет. Никифор, Татьяна, младший партнер пополнил карту с Киви. На карточном сайте они отображаются на карте, а в кабинете его трансфер нет. Помогите, пожалуйста. Обновите страничку, почистите кэш, они будут отображаться у вас везде. Дело в том, что если они хоть где-то отображаются, они у вас на карте в любом случае. Поэтому они учитываются во всех ваших выдачах. Не имеет значения, отображаются они или нет. Все, что отображается, не отображается, связано с настройками вашего компьютера чаще всего. Динара, кого якобы заблокировали в чате, если кнопка «Отправить» перестала работать, надо нажать Enter при отправке сообщения. Ну, там всякие глюки есть в чате, и дело в том, что когда блокируют в чате, это не кнопка «Отправить» перестает работать, Динара. Это пишется сообщение участнику, что вы не можете отправлять сообщение, вы заблокированы. Дело не в кнопке «Отправить» или там Enter нажимать. Что касается того, что кнопка «Отправить» пропадает или перестает работать, ну вот у меня такое было несколько раз. В этом случае и Enter не помогает, потому что Enter тогда начинает переводить строку. В этом случае надо обновить страницу. Так. Ну, собственно говоря, наверное, все. Наверное, больше ответить ни на что не отвечу. Время 21:06. Вопросы начали повторяться. Вот, интересно, что людей всегда приходит одинаково, несмотря на то, что ответов про вывод я не даю здесь никогда. Вот, тем не менее, зачем-то люди приходят, пишут эти вопросы постоянно, пишут одни и те же люди. А цель мне непонятна, я все равно не буду на них отвечать, пока не будет какой-то официальной информации. Вы все понимаете прекрасно. Если у меня информации нет, я не буду отвечать. Я уже об этом сотни раз говорила. Так, ну вот, наверное, и все. По поводу поддержки еще скажу, что в ближайшее время уже вы не сможете написать в поддержку самостоятельно. Надоели вот эти запросы совершенно неудобоваримые, из которых даже понять ничего нельзя, и приходится вступать с вами все равно в дополнительную переписку, передавать в соцсеть. Вот чтобы избежать вот этой дополнительной лишней совершенно итерации, будут удалены все участники, все аккаунты участников, конечных пользователей в нашем Zendesk. И вы туда больше написать не сможете. Поэтому всем своим младшим партнерам передайте все запросы только через вас. Если у вас большая партнерская сеть, скоро будет табличка, в которой вы сможете подать запрос на создание аккаунта для вас. Если партнерская сеть у вас небольшая, там 2, 3, 5, 10 человек, то вам придется обращаться, составлять запросы для своих младших партнеров все равно и идти с ними на страницу в соцсети к таким партнерам, у которых аккаунты в Zendesk есть. Это уже очень скоро, поэтому готовьтесь, чтобы для вас не было сюрпризом. Не пишите ничего на почту. Почта закрывается как канал приема сообщений в поддержку. Все через соцсеть, либо через старших партнеров. Только старший партнер с аккаунтом Zendesk сможет задать вопрос для вас непосредственно через свой аккаунт.
люди, у которых старшие партнеры имеют там маленькую партнерскую сеть, они должны будут через старшего партнера уже получать ответы через службу поддержки. Ну, вот тут еще грядут некоторые изменения в смысле поддержки. О них я вам потом скажу попозже. Так, ну, наверное, все. Спасибо большое, что пришли. Послушали мои ответы. Немножечко справилась я с вашими условными рефлексами. Как только вы видите меня в соцсети, вы уже не задаете мне больше вопросов. Сразу, как только видите меня, уже хорошо. У кого-то сложилось неправильное представление, что я тут сижу для ответов на ваши вопросы только, и причем в любое время дня и ночи. В любое время дня и ночи я буду на них отвечать, как только вы меня увидите. Это не так. Вот, чтобы вы там не думали. Я отвечаю тогда, когда у меня есть возможность, когда есть время, когда я хочу отвечать. И в частности, я отвечаю вот на этом вебинаре. Вот, так что... Что касается еще общего чата, хочу сказать, да? Вот многие обижаются, что их там блокируют якобы за критику. Я не знаю, как можно назвать критикой вот такие, например, моменты. Ян, ответьте на вопрос. Нет, я сейчас на вопрос не отвечаю. А, не хотите отвечать, не уважаете участников, а для чего вы здесь вообще находитесь? Ну, это просто-напросто неуважение к сотрудникам проекта, за это блокируются в любом проекте любые участники, в любом чате, насколько я знаю. Здесь вам не скайп-чат. Надо понимать разницу. В скайп-чатах, их же у вас много, их же полно у вас. Вы все там по интересам уже сгруппировались. Есть чаты, в которых только ругают проект. Неужели вам там неинтересно уже ругаться? Вам надо в этот чат прийти еще. Вот любое неуважение к любому модератору. Да, если вы начинаете подкалывать модератора, вот есть господин по имени Давид, который все время... подкалывать наших модераторов зачем-то, непонятно зачем. Вот, у модераторов есть какие-то свои тоже, соответственно, хорошие и нехорошие качества, не все могут выдержать такие вот провокации, поэтому вы получаете от них баны совершенно заслуженно, не провоцируйте. У них есть такие полномочия, они могут вас заблокировать на какое-то время для того, чтобы вы остыли, перестали им хамить там и провоцировать как-то. Будьте, пожалуйста, адекватны в своем поведении в чате, и с вами все будет в порядке. Но есть там люди, которые постоянно что-то, какую-то свою линию проводят, пытаются каким-то образом свою точку зрения постоянно высказывать, продвигать ее там, навязывать кому-то. Таких людей, если они ведут себя корректно, тоже даже не трогают. Вы знаете все прекрасно, о ком я говорю. Никто их не блокирует, если они понимают границы, понимают рамки, то они продолжают это все делать, и уже тут действительно свобода слова наступает. То есть вот у них есть слово, у нас есть слово, и кто кого переговорит. Но когда это начинается вот такая вот массированная атака, да, когда заходит 100 человек и начинает нести всякую ахинею, тут уже ни один модератор не справится, единственный путь остается, это только банить. Вы все это понимаете, если у вас есть свои ресурсы, у кого-то люди тут есть предприимчивые, у кого-то есть свои сайты, у кого-то есть свои блоги. Вы прекрасно тоже должны понимать, что в своем блоге вы не каждого человека, не каждому человеку дадите высказываться. Даже если у вас туда заходит 25 человек. Потому что когда такое количество народу, само собой разумеется, что возможно всякое в таком чате. Это же как средство массовой информации. То есть по телевизору, если вам объясняют, что такая-то страна с такой-то страной воюет и такой-то виноват, вы же вынуждены все это слушать, правильно? Это вам ложится на подкорку. Правда это, неправда это, мы знать не можем заранее. И поэтому человек, который не разбирается в ситуации, он может попасть под влияние либо тех людей, либо других. Вот. И любой ресурс, который... заботиться о своем будущем, таких людей будет всегда блокировать. Что тут странного? Что тут удивительного для вас, дорогие участники, которые блокируют в чате? Еще раз повторяю, чат не жизненно необходимая функция для участия в проекте, поэтому по поводу блокировки в чате договаривайтесь с модераторами. Поймут они, что вы больше не будете так делать, они вас разблокируют. Поймут, разблокируют, а вы опять будете так делать, заблокируют надолго уже. А может быть даже навсегда.
Поэтому, пожалуйста, у них есть такие полномочия, имейте это в виду. Никому вы потом не пожалуетесь. Люди подобраны, скажем так, достаточно уравновешенные, несмотря на внешние какие-то проявления, там есть модератор, которого все ругают. Тем не менее, человек это уравновешенный достаточно и просто так никого не блокирует. Лично проверял, все там в порядке. Вот. А провоцируете, оскорбляете, унижаете, пытаетесь как-то смешать с чем-то, ну, соответственно, получаете блокировку. Я считаю, это нормально, я бы сама так делала. Все, по поводу чата сказала, по поводу новшеств сказала. Так что на это прощаюсь. До следующего вторника. Еще раз напоминаю о необходимости правильного, то есть соблюдения процедуры при обращении в поддержку. Не пишите на почту, пишите старшему партнеру. Если он не помогает, пишите на страницу поддержки. Только там вход в поддержку сейчас пока что. Дальше видно будет. Спасибо большое. Хорошей всем недели, хороших новостей. Мне лично очень интересно, чтобы побыстрее публиковали новости более подробные о краудфандинге, потому что это интересная очень история. Вот. Очень-очень интересно, собственно говоря. И если вы, ну, не просто пришли сюда бабла срубить, а понимаете, о чем этот проект и для чего он, вас она тоже порадует. И уже должна была порадовать. Так что всего хорошего. Спасибо. Всем тоже процветания. Кто-то пожелал процветания проекту. И хороших новостей. Желаю вам поскорее увидеть вашу обожаемую Анну Просит. Я понимаю, что мужчины по ней явно соскучились. Вот. Ну, ждем. Надеюсь, скоро какие-то новости будут. Все, до свидания, до следующего вторника.